Главное играть с людьми, а не с картами. Ставлю 800. Поэтому беспредельный покер играют на мировом покерном чемпионате. Некоторые профи отказываются в него играть. Не выдерживают стресса. У меня только две пары крупных карт, с учетом общих, а я хочу его обыграть. Со средним игроком я сделал бы ловушку, слегка поднял бы ставку. Он бы попался, но Дэдди КГБ хитрый. А я думаю только о Лас-Вегасе и о казино «Мираж». Внимание, вопрос. Бум пошел с 2003 года, да, 2000, когда Moneymaker выиграл. Если усоединить там, допустим, сейчас много, а раньше было мало. И за всю историю, я думаю, что... Так. Если тут вопрос еще в том, говорим мы о главных, ну, основных турнирах или еще и о сателлитах, ну, хотя вряд ли, может быть, уж слишком сильно различаться. Я знаю, что сейчас играет, вот последний год, по-моему, где-то в районе 100 тысяч человек регистрируется в турниры, чуть больше. Сложно. Ну, я думаю, что они играются уже лет, наверное, 40. Ну, допустим, 10 лет, наверное, по 100 тысяч. Это где-то миллион, и все остальное можно, в принципе, пренебречь. Так, сколько было у нас этих турниров? Сложно прикинуть. Наверное, за 50 тысяч человек наверняка. Там в среднем по 8 тысяч человек. Думаю, что где-то в пределах 1,5 миллиона человек. Все. 118 тысяч человек. 2 миллиона человек. То думаю, что за все время сыграло порядка 200 тысяч игроков уникальных. Миллион — красивая цифра, будет миллион. Можно отвечать. А сколько человек? Ну, в общем, миллион. Спасибо. 360 тысяч человек. Ответ закончил. Пока. 100. Ну, пусть будет. 170 тысяч человек. Все. Всем привет. Пока. 142 тысячи 600 человек. Спасибо, Роман. 3 миллиона, думаю. Все, друзья, всем еще раз привет. Как-то так. Все, всем удачи в Вегасе. Пока. Был высокий соблазн загуглить, но решил так в уме посчитать и ответить. Спасибо, всем удачи. Here's Johnny. 1,7 миллионов.